Здравствуйте, наши уважаемые зрители! С вами снова «Охотники за брендами». После последнего видео, когда, в общем-то, меня обвиняли, что я снимаю очень быстро, половина товара, не было обзора, хороших вещей кучу, в общем-то, пропустила, я сразу хочу предупредить. Это видео в своей большей части как бы продолжение первого видео. То есть это видео будет с неправильным произношением брендов, это видео будет галопом по Европам без детального просто обзора вещей. Мы с Ириной обсудили ситуацию, которая произошла на канале, и мое первое было желание, то есть выпускать на канале 1-2 видео в неделю, но зато их делать очень качественные, в общем-то, не в день привозов, а по факту пытаться найти в следующие дни что-то интересное. Но, почитав комментарии благодарных зрителей, посмотрев, сколько все-таки ролик получил лайков по сравнению с дизлайками, мы приняли решение, что мы оставляем в этом формате видео. То есть это в день привозов, в 5-недельные, даже в 2-недельные «Хумана». Потому что такое видео можно снять, такие вещи можно снять только в первые часы, когда открывается магазин и в магазине новая коллекция. Поэтому, если кого-то это обижает, раздражает то, что идет озвучка во время видео, что я никак не хочу произносить правильно бренды, потому что я не стилист и не ориентируюсь в моде, я повторяю, я обыкновенный продавец на eBay, который это умеет делать. Мне абсолютно не интересны, возможно, те бренды, которые вы видите, интересны вам, но я искренне стараюсь для всех вас, и Ирина в том числе, показать, что мы находим, как мы находим, что мы покупаем и что мы не покупаем. Я еще раз оговорюсь в том, что американский рынок и постсоветский рынок – это два разных рынка. Потому что, возможно, то, что нравится им, мы абсолютно это никогда не сможем продать на eBay. Поэтому приоритет идет на людей, которые любят американский рынок, стиль а-ля пасу коров. Именно этот стиль продается на Америку, как говорится, для кормления курей. И тот же десигуаль, в общем-то, сейчас он хуже продается, но он продается. И нам все равно, да, какие бренды покупаются, нам главное, чтобы они продавались. Поэтому, пожалуйста, милые, дорогие, я никого не хотела обидеть. Я извиняюсь тому, кому не нравится видео в таком формате, но все-таки вы сейчас просто можете закрыть это видео, потому что большинство этого видео пойдет опять в этом формате. Галопом по Европам с неправильным названием брендов. Спасибо всем за понимание. Сейчас, кто остался, я приглашаю посмотреть очередной обзор, что же все-таки у нас продают, когда новая коллекция в 5-недельных «Хуманов». Всем спасибо за понимание. Начинаем просмотр. Сейчас нахожусь на центральном рынке. У нас сегодня привоз 5-недельных «Хумана». Нашла вот такую сумку компании «Фосил». Отличное состояние. Стоит она, конечно, 17 евро, поэтому покупать я ее не буду. Такая вот сумочка. Видите? Знаменитый «Фосил». Ее можно все-таки, видите, здесь есть и ключик, так называемый, который говорит о том, что сумочка оригинальная. Видите, какой-то так вот. И вторая сумка, которая привлекла мое внимание, но она тоже дорогая, Коккинелла. Вот такая вот сумочка. Тоже очень интересная, кое-что взяла из текстиля. Вот, больше пока ничего такого интересного. «Фосил», кстати, очень интересная, она вся кожаная, то есть сумка отличная. Такой вот пока находки. Только что нашла вот такую вот интересную сумку. Я еще не смотрела, сколько она может стоить на eBay. Но очень-очень качественно выглядит сзади. Так, сумочка сегодня у нас стоит 25 евро такого плана. Видите, то есть есть все фирменные знаки. Так, внутри тоже сумка в хорошем мясе. Вот еще что-то такого интересного нашла. Это огромную пляжную сумку компании Victoria's Secret. Вот про нее, я думаю, может быть, взять себе ее, в общем-то, ходить на пляж. Она полосатая, я вообще все люблю очень полосатое.
Такой интересный ремень. Компания Дизель. Нашла вот такой блузон, топ-блузку такой вот итальянской компании. Я посмотрела, на eBay цены очень разные. И вот такие льняные брюки. Брюки я хочу померить на себя. Мужская рубашка под душу. Она не оригинальная, но все-таки она есть. Такая, видите, с вышивкой. К сожалению, брючки на меня не сели вот в этой зоне, потому что они 36 размер. Но мне понравилось, что они расширенные к низу. Это 100% лен. И мне, конечно, очень жалко, что они, видите, вот в этих местах, конечно, вот если бы они были хотя бы на размер больше, то есть это был 36, то наверняка бы они сидели бы намного бы лучше. А так, видите, вот эта зона абсолютно очень жалко, потому что такие прикольные льняные брюки, я такие с удовольствием бы носила. Также я решила померить ВДП, вот эту итальянскую, такой, ну, блузон, топ. Ну, в принципе, мне тоже она не нравится. Мне вообще не нравится что-то такое, мне не нравится надпись, мне не нравится это. Хотя интересно, видите, у нее можно в клетку брать классические, наверное, какие-то брюки и сочетать ее с какими-то классическими брючками. Ну, в общем-то, как-то это вот пока примерки неудачные в привоз. Для себя ничего купить не могу, хотя гардероб мне нужно, конечно, полностью менять. Вот такие классные сумки у нас тут сегодня. Что-то хочется для себя, но пока не нахожу. Такая знатная поделочка Louis Vuitton. Так, рюкзак. Здесь уже потер сбоку. Тоже интересная сумка. Вот это уже кожа. Такая сумочка от Валентино. Вот ее я пока от Валентино надо сумку брать. Смотрите, какая классная сумка. Вот нашла такой рюкзачок и даже не знаю, брать мне его для себя или не брать. С одной стороны, хочется, потому что мне нужен рюкзак. Вот здесь, конечно, немножко уже вот есть такая, знаете, вот видите, там, может, не так видно на видео, затертость. Стоит он 14 евро. Кожаная сумка оказалась от фирмы Габор. Тоже такая хорошая, добротная сумка на каждый день. Стоит она тоже 14 евро. А вот сумка от Валентино, к сожалению, классная. Видите? Но она с дефектом. Ее надо чистить вот здесь. А этого делать я не хочу. Поэтому эту сумку я покупать не... Такие интересные итальянские. Ребята, что это за фирма? Какая-то итальянская. Так, что тут еще завалить? Да, нравятся мне такие всякие клюпистые ботинки. Yeah.
Вот помимо посуды нашла сейчас вот этой фирмы детское платье. Они очень хорошо продаются успешно для eBay. То есть я его конкретно буду покупать сейчас для продажи на eBay. Вот, потому что такие вещи, ну они ценятся. Вот, платьице стоит 2 евро на сегодняшний день, поэтому я его обязательно куплю. Вот такая итальянская сумка, абсолютно новая. Фирма очень интересная. Посмотрите, какая фирма называется. Ну, Белуччи, почти Гуччи, да? Я не знаю, то есть ПБ там не смотрела, дорого она или дешево, но вот это вот мех натуральный на сумке, то есть на сумке, я не знаю, как она открывается. Что... Вот. Ну да, сумочка такая очень интересная. Вот так она выглядит внутри. Мы сейчас попробуем ее найти на eBay и посмотреть, сколько она будет стоить. Так, вот такая сумка. Сейчас там, наверное, будет видно. Ну, видите, даже производство сумки видно, что Италия. Вот, но эту сумочку мы сейчас придержим и посмотрим. И уже не первый раз попадаются вот такие маленькие сумочки. Вера Пеле, да, итальянские, тоже из натуральной кожи, очень маленькие. Они тоже на eBay представлены. Ну, то есть внутри обыкновенная черная сумочка. Вот, а вот эту давайте мы с вами сейчас посмотрим, что она из себя. Видите, она идет со всеми ценниками. Сейчас вот хочу показать, одно из под видео. Женщина написала, что почему вы пропускаете фирм вот этот трейд. Типа в Германии на eBay она хорошо продается. Я как бы вот в довершение того, что у нас эта фирма попадается очень часто. Я эти вещи как-то пробовала покупать. У нас эта фирма, но я не могу ее продать. Я эти вещи выбросила. Вот, пожалуйста, у нас вот две пары штанов вот этой фирмы. То есть я нашла просто на одной вешалке. И, ну вот они у нас не продаются. И что ты будешь делать, да? Вот. Хотя вот эти по составу очень... интересные, они 100% лен. Вот эти, может быть, я даже просто по мере уходить для себя, потому что я люблю такого плана вообще вещи и, наверное, никогда из них, знаете, как не смогу выйти. Вот, Ирина сейчас пошла в примерку, и после сброса веса тоже нужны новые, как говорится, вещи. Вот она там, наверное, я надеюсь, снимает. Вот. Ну, просто вот как в доказательство того, что, ну, чтобы не быть голословной, да, что есть такие или нет таких, скажем, фирм. Вот, но мы их действительно, к сожалению, не покупаем. Вот сейчас тоже ходила, нашла бренд Aspace. Я посмотрела на eBay, это очень дорогой бренд, поэтому это платье я куплю. Вот, это лен. И я посмотрела там очень... Так, ребят, как приду домой, видео сделаю вставки по поводу вот этой фирмы. То есть очень дорогая фирма мне сейчас попалась.